Всем привет! Прежде всего хочу поздравить всех с прошедшим праздником, 9 мая. Вот, а сегодня у нас 10 мая. Вот купили сейчас это новый... 10 номер. Да, 10 номер 10 мая. Вот у Ильи можете посмотреть. То есть это у нас Тео Ден, белый конь. Новая шахматная фигура. Ну, то есть... Сразу скажу, что по всем киоскам я не стал бегать. Зашли мы, сколько, 3 киоска, да, были, обошли. То есть 2 вообще не привезли сегодня, а в одном вот привезли китайку. Ну, посмотрим сейчас, вроде так, китайку. Ну, в принципе, они как бы и все китайки. Есть европейская китайка, а есть обычная китайка, да. Вот все обычно охотятся за европейской китайкой. Ну, потому что это как бы логично. Качество лучше, они, естественно. Но это как бы европейское качество, в кавычках, так сказать. Ну вот, перейдем тогда непосредственно к распаковке. Кстати, ножницы не приготовили, да? Ну ладно, ничего страшного. Так. Распечатываем. Держи. Помогай. Вот так вот он выглядит, упаковочки. Так. Ну что, начнем тогда с журнала, а потом в конце видео ты еще хотел что-то рассказать нам, да? Хорошо, вот так вот выглядит журнал. Тео Ден, белый конь. Так, следующий, кстати, выпуск будет «Черная пешка». Как его зовут-то? Горбит. Горбит. Вот он такой, черная пешка. Это следующий выпуск, через 2 недели. Так, ну что у нас тут в журнале-то? Дэн? Ты помнишь в фильме-то, как он, что там было, да, с ним? Да, расскажи. Кого? Дяди. Дяди? Ну, естественно, дядя. А кого дяди, не помнишь? Досье. Вот сейчас как раз зачитаю. Имя король Тео Ден, сын Тенгела, происхождение раханец, титул канунг, оружие меч, союзники Рохан, Гондор, свободные народы Средиземья, враги темный владык, Саурон, легионы орков. Его племянницей была... Вот эта девушка, да? Да. Эовин. Прошлый номер. Так, Тео Ден, значит. Дальше у нас что тут? Золотой чертог монарха. Хронологические события, вот как он был, помнишь, вот таким страшным? Да. Потом его расколдовал Гэндальф, да, по-моему? Да. Угу. То есть, так, справка. Место Эдорас, чертог королевской семьи Врахани, жители король Тео Ден, племянник Эомер, племянница Эовин, вот видишь, это его племянница Эовин. Рахирим. Знаковые события на протяжении многих лет Тео Дена отравляло колдовство Сурумана. Вот он когда страшный-то был. Гэндальф снял проклятие, вот правильно я сказал, наложенное колдуном. Тео Ден повел своих людей в горное убежище Хельмову пать. Вот такие события. Спал мой разум. Король Тео Ден. Король Тео Ден, да. Одеяние. Ну, тут рассказывается о его как одежде. Как он выглядит, да? Ну, вот. Интересно. А его доспех. Смотрение. И плюс вот секреты мастерства, то есть вот как 2 руны, кстати, вот. Если потом он был. Он белый конь. Да, 2 руны, да, то есть как конь ходит, тут показано. Так, шахматы плюс. Ну, мы рассматриваем самые необычные, сложные и причудливые из современных вариаций 500-летней игры в шахматы. Вот тоже такое потом можно будет почитать. Интересно. Вот это касаемо журнала. И переходим непосредственно к самой фигурке, да? Посмотрим, как качество у нас. Ну вот, при первом взгляде так, в принципе, лицо так нормально выписано. Нос такой, да, прям такой... Очень красивый сделан. Испанский нос у него. Сейчас посмотрим, что за испанец тут у нас такой. Так, вот такой вот он. Причем не знаю, обратил ты внимание или нет, но не все фигурки бывают заклеены скотчем. Ну, по-моему, все, вот сколько был. Да. Китайцы на скотче экономят, что ли? Так, ну что, ничего не отваливается вроде бы. Ну, фигурка. Очень даже красивая.
поэтому имеется по весу. Я не скажу, что легкая. Сейчас покажем, как он выглядит. Очень хорошо. Ну потом еще это покажу, когда она будет стоять уже там. Ну, вот такая фигурка. Так, а здесь у нас 2013, то есть, да. Новая. Ну, новая, это вот именно, которые Китай, так называемый. Не европейский. Китай китайский, а есть Китай европейский. Так, ну что еще тогда? Что-то ты хотел рассказать нам, да? Да. Расскажи. Фигурку поставлю в один ряд. Вот, вот, то есть ряд. Ну, если видно отсюда, вот. То есть вот здесь вот самое лучшее качество, здесь среднее, а здесь похуже. Так, ну расскажи нам под конец еще видео, что ты хотела. Я начал с 9 лет коллекционировать вот такие фигурки, которые надо самому раскрашивать. Они, конечно, сделаны из пластмассы, но очень даже красивые. Стражи тьмы. Внутри подарок, стреляющее орудие. Например, у меня было вот такое, я его разукрасил, сделал, оно выплывает из озера. Я сделала макет. И еще вот такая пушка у меня была в предыдущем тоже наборе. Вот такая. Ты их акриловыми красками, да, разукрашиваешь? Да. И вот предыдущие фигурки тоже, которые я разукрашивала. Вот. Ты пиратов разукрашивал, да? Я, да, насколько вот, знаю. Вот пиратики, да? И скелеты там были, да? Вот пиратик. Ага. Можно посмотреть тоже? И вот скелет. Вот мои два любимых, которые я... Любишь разукрашивать, да? Постарался вот прям так-так вот расписать. Ага, разные детали. Цветы. И я хотел при всех сейчас открыть и посмотреть, что находится внутри. Ну-ка, открой, покажи. Вот, такой как вот раз, я и думаю, тебя, вот да? Они, как раз фигурки. И сведения. Ну, такие они пластмассовые. Ну, интересно разукрашивать то, что, да, как бы их... Вот орудие, вот которое вот у меня выглядят. Есть. Бульдог, пушка. Угу. Всегда о ней мечтал. Вот она. Вот ее надо собирать по деталькам. Ну, ясно. И... Ну, ладно, это уже другая история, так сказать. Тогда будем заканчивать с Илюшей. Скоро мы поедем на природу, на дачу сейчас. В общем, хочу пожелать всем хорошего отдыха, хороших выходных, хорошей погоды. Еще раз всех с праздником 9 мая, с Великим Днем Победы. Все, всем пока, всем удачи. Знаешь, что самое интересное?